Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот Сотого Левела. И сегодня я вам покажу одну проблемку. Это связано со школой вождения. Там есть такая миссия, называется Алиоп. Нужно сделать бочку, крутануться через несколько машин. Вот я столкнулся с этой проблемой, застрял на этой миссии. И начал искать ответ. И этот ответ я все-таки нашел. И сейчас я вам покажу, как пройти эту миссию в школе вождения или задание, я не знаю, называйте как хотите. Короче, заходим в настройки. Настройки дисплея, дополнительно. И ограничитель фреймов. Здесь его у меня выключено, включаем. И у вас, ну как, дико, конечно, лагать будет игра, но крутиться станет гораздо легче. Показывать я сейчас не буду, так как у меня и так FPS-а мало. А сейчас, если я эту тему включу, то FPS вообще сядет, и у вас запись будет максимально лагать. Поэтому переключаю на включить и тестим. Также, если я помог, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.